Всем привет! У нас сегодня на распаковке сборная модель от компании Hobby Boss линкор Arizona в масштабе 1:350. Длина собранной модели 528,5 мм, ширина 92,2 мм. С торца у нас краткая историческая справка на китайском, вид сбоку, самолетик и артикул 86501. С другого торца историческая справка на английском, сбоку и все. Данный набор стоит примерно 1700 рублей. Я покупал в группе Моделизмус ВКонтакте. Посмотрим содержимое. Начнем с инструкции. Инструкция стандартная. Дублируется боксарт черно-белый. Инструкция по сборке. Значки обозначения. А это как приваривать, по-моему, декали. Количество литников в наборе. Декаль. Корпус. И сама сборка. Всего 10 этапов. Также в наборе есть цветной кодыш по раскраске, окраске. Цвета Мистер Хобби Валеха, Model Master, Tamiya, Hempel. Цвета полностью предоставлены Мистер Хобби и Валеха. Корпус у нас сделан вот так. Нету имитации бронеплит. Присутствует легкий облей. Нижняя часть корпуса. Модель можно сделать радиоуправляемой, есть место под батарейки. Подставку я не буду распаковывать, она стандартная. Это набор перепаковка, мини-хобби, по-моему. Место расположения противоминного калибра. Казематы, наверное. Правильно будет. Угу. Ну, это верхняя часть вот как раз. Над казематами. Есть типа имитация цепи якорной. Ну, я ее точно буду убирать. Также в наборе два одинаковых ледника с лодочками, башнями ГК. Орудие ГК, прожектора, противоминный калибр, по-моему, кран и самолетик. Второй литник полностью идентичен. Такой ледничок с трубами, с винтами. Это вот лесенка.
Шлитничок. Руль, мачта, надстройки, кран. Во многих местах присутствуют следы толкателей. Где-то на невидимой части, а где-то и прямо видно. По ледникам все. Вот такая декаль. Из дополнений я приобрел точеные стволы от Абера. Не помню, сколько стоит, рублей, наверное, 600-700. И деревянную палубу от фирмы Artvox. Она, по-моему, обошлась в 1500 рублей. Также там присутствует цепочка. Вот и все с данным набором. Набор очень простой. Из дополнений, конечно, можно купить фототравление, которое будет стоить не очень дешево. Я примерно смотрел, один лист фототравления, по-моему, 1500. А их, по-моему, комплекта 2 или 3 у Big Red, что ли. Всем спасибо. До свидания.